китайском городе Магнитогорск перевернулся грузовик с индийскими пряниками. Почему китайском? Да потому что в нашей жизни минимум 60% китайских товаров. И даже в бутиках. Поверьте мне, все китайское. Теперь, что касается Индии. Я гарантирую вам, что 90% магнитогорцев никогда там не побывают. Но сейчас есть такая уникальная возможность. Увидеть Индию, потрогать ее, почувствовать и купить частичку Индии. В свое время выставка информатики в жизни США, проводимая здесь, снесла всем голову. И ничего же не изменилось. Штаты видели вживую мизерное количество горожан, а впечатления остались. Индия, без сомнения, была, есть и остается самой желанной страной. Специи, кашемир, жемчуга и драгоценные камни. Колумб куда, простите, плыл? В Индию! Теперь ни плыть, ни ехать, ни лететь в Индию не надо. А она к вам на недельку приехала и остановилась во дворце Рамазана. Ну и я был бы не я, если бы не двинул под дых и не промеж ног. Обидно, конечно, но придется пару дней прогулять. Вы быстренько в ювелирный за углом сбегаете и посмотрите, сколько там стоят масенькие такие изумруды, сапфиры, рубины. Жемчуг дохлый там минимум за 3000 рублей. За ниточку возьмете. Серебро также. А вот здесь вы все это увидите, а затем и купите настоящие камни. Причем в 3 раза дешевле. И бог вас упаси думать, что это не оригинал. В Индии все правильно. Там нет смысла иметь нас, как это делают наши торгаши. Теперь из собственного опыта. Про цены. Про жемчуг, например, на Гоа. Да, он дешевле, но только на 100 рублей за бусы. То есть там 900, здесь 1000 рублей. Опять же, туда лететь это минимум 30 тысяч сноса. С 7 и по 17 декабря у вас есть уникальная возможность сделать настоящий индийский шопинг с выездом на дом. Кроме выставки, на которой у вас есть возможность приобрести понравившиеся, будут организованы семинары о том, как, к примеру, вылечить онкологию в 10 раз дешевле, чем здесь. Как создать предприятие, получить кредиты под смешные проценты. Как покушать вегетарианскую пищу, и будет еще много вопросов и ответов. А теперь про вопросы, которых у вас будет гораздо больше. Так вот, на все вопросы вы и получите ответы. Так что торопитесь, время уходит. А я же побегу за тем, зачем я дважды ездил в Индию, да и поеду еще. Потому как свободней и дружелюбней страны я пока еще не нашел. Ну а кто со мной? То сюда, во дворец Рамазана. И еще раз напомню, выставка работает с 7 по 17 декабря. И дает вам возможность получить действительно уникальный подарок.